Мам, а ты Сашку не отпустишь на репетицию с нами? А мне уже получше, я вообще себя уже хорошо чувствую, я готова идти на репетицию. Куда ты готова с тахикардией? Куда? Ну нет, нам нужно выпить таблетки, полежать, потом бассейн, потом уже решим. Я тут с одним мальчиком в лес ходила ночью. И сегодня, может быть, опять пойду. Кто это с ним? Миша. Сашин друг. Hello, my old heart. How have you been? Are you still there inside my chest? I've been so worried. You've been so still. Barely beating. Почему ты летаешь? Не знаю, нравится. Класс. Don't leave me here alone. Don't tell me that. Я тоже хотела. Ты можешь научиться? Нет, мне нельзя. У меня порог сердца. Кого мы будем привораживать? Давай! Давай-давай, Саш! Ты мужика еще хочешь приворожить или нет? Вы смеетесь, вы просто не знаете силу этих трав. А если их собрать на Ивана Купала? А если еще их собрать до полуночи? А если их еще собрать голой? Голой? Зачем? Чтобы намертво приворожить. Вы вообще собираетесь как-то свою личную жизнь налаживать или нет? Я не понимаю. Здравствуйте, Геннадий Альбертович. А хотите мороженого? Да не надо, извини, я не хочу, правда. Не хотите мороженого? Почему? Не знаю, не люблю. Да ладно. Вы не разлюбили, вы просто забыли. Доставайте мне телефон, скажи. Что забыл? Ну, забыли, как это приятно. Говорит, ты же хорошая девочка. Так они все хорошие. Пока гормоны в голову не ударят. Красиво. Спасибо. Кого-то мне напоминает. Сашку. Да нет, не Сашку. Nothing lasts forever. Some things aren't meant to be. Только будь аккуратней. Мужчины все потребители. Never find the answer. Нет, не все. Till you say old heart. У вас было 3 операции. Первая в 2 месяца, потом в год, потом в 3. С тех пор парад по сердцу у вас нет. Она мне каждый день говорила, что я больна. Зачем? Давайте сюда. Саша, не смей. Давай, прыгай. Саша, тебе нельзя, не смей. Саша, не бойся, прыгай. Саша, не смей, я сказала. Да давай прыгай. Ты ко мне. Ты простудишься, Саша, там течение. Прыгай, ты меня слышишь, Саша?